Что такое тэквондо? Тэквондо – это корейское боевое искусство, которое получило большую популярность в наше время. Спортсмены в этом виде единоборств в основном используют удары ногами. За них дают много очков, и ими можно нанести большой ущерб сопернику. При дворце спортивного комплекса имени Гамида Гамидова функционирует дзюшор имени Шамиля Умаханова, где одни из перспективных тренеров Хасавюрта обучают спортсменов боевому искусству. У нас именно в городе Хасавюрт тэквондо очень бурно развивается. Можно сказать, тэквондо у нас функционирует где-то 2010 года. И за этот период времени у нас очень много ребят, которые выступают на чемпионатах России, чемпионатах Европы, мира. Вот. Помимо тэквондо, у нас еще есть и пара-тэквондо, сурдо-тэквондо. Но именно среди детей он в последнее время очень развивается, потому что у нас занимающихся стало за короткий период времени очень много. Вначале, как только появилось тэквондо, ребят было очень мало. Сейчас у нас где-то 60-70 человек занимаются этим видом спорта. Интерес растет, родители тоже интересуются. И мы стараемся выезжать на все соревнования, которые у нас проходят не только в Дагестане, СКФО, и выезжаем в другие республики, в другие области. Практически ни одни соревнования мы не пропускаем. Этот вид спорта проповедует следующие принципы. Самообладание, потеря контроля может привести к тяжелым последствиям. Неукротимый дух. В стрессовом состоянии человек должен быть решителен и честен с другими. Настойчивость. Успешный человек всегда много трудится. Именно к этим качествам стремятся юные спортсмены. Стоит отметить, что этот вид спорта от многих других отличается своей экипировкой – дабок. Дабок – это костюм, сшитый из белоснежной ткани, состоит из верха и брюк. Более подробно об этом рассказал тренер по тэквондо Махмат Сатиханов. Сегодня расскажу вам про экипировку по тэквондо. Кимоно называется по переводе с корейского дабок. Пояса бывают у спортсменов разного цвета, начиная от белого, желтого, зеленого, синего, также красного, потом черно-красного и заканчивается черным поясом. Пояса выдаются, смотря на физическую подготовку спортсмена и тактическую. Еще в тэквондо бывает защита. Это накладки на ноги для защиты ног. Это также накладки на руки. Их называют и щитками, и накладками для защиты рук. Это перчатки для защиты пальцев, рук и так далее. Это шлем для тэквондо. Также жилет называют протектор для защиты живота, корпуса. Выглядит спортсмен полной пикировки, готов к бою. Поединки в официальных соревнованиях длятся всего 9 минут, поэтому спортсмены придерживаются высокого ритма. Воспитанникам спортивных школ предоставляется возможность участвовать на соревнованиях не только на территории города, но и за ее пределами, что позволяет проявить полученные навыки, ну и, конечно, получить бесценный опыт. Тэквондисты, несмотря на свой юный возраст, домой возвращаются исключительно с победными трофеями. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».